22 августа – День государственного флага Российской Федерации. Когда появился триколор? Почему именно его было решено вернуть в 1991 году? И почему цвета российского флага есть во флагах других стран? Окунемся в историю вместе с экспертом в студии такого дня. В поселке Прохоровка появился фонтан радости. Его открыли на территории местного центра культурного развития. Почему в числе гостей праздника оказались молодожены и новорожденные? И какой подарок они получили? В клубах «Пыли с адреналином в крови» в Волоконовке прошли соревнования по любительскому автомобильному спорту грунтовому спринту. Как оценили участники трассу и кто сумел с ней справиться лучше других? –